Хи-хи, всем привет от Cat Whiskers. Ребята, хочу вам что-то сегодня показать. Для меня это было просто эврика, это было открытие. Посмотрите, вы когда-нибудь видели такое растение? Вы знаете, что это такое? И для чего вот эти вот штучки? Даю вам 3 секунды. Отгадать, догадаться, или кто знает, рассказать, пишите, звоните. 1, 2, 3. Я сейчас расскажу для тех, кто не знает, вы не поверите. Это цветок, который ест мошек и мух. Вот в эти корзинки, которые растут натурально просто вот с этих листиков, там специально это растение производит сладкий сироп, который находится вот там вот внутри. Представляете, да? Этот листик растет здесь не просто так. Когда идет дождь, он закрывает вот этот вход, чтобы туда вода не падала, чтобы был там только вот этот вот сладкий джуз. И туда попадают всякие мушки, и потом они выбраться обратно не могут, и этот цветок их растворяет, и вот по этим вот венкам всасывает себя.